Вот сегодня 8 июля 2018 года идет крестный ход от храма. Вот Виталий Калиников бежит. Че, будешь опять вести свой репортаж, да? Да, связь не очень. А, связь? Да, Степа, ты светильник у нас. О, молодец. О, сестры с фотоаппаратами бегут. Ангелина, в лодку сразу. Пока снимаю, потом видно будет. Ирина, ты смотри, по сторону, то не на солнце. Я ж сказал. Солнце должно сбоку быть или в спину. Сюда зайди, Ирина. Ирина, тебе солнышко в затылок должно быть. Он, да, он в раздевалке. А сестры там? А моя где? Моя с той там. Стороны, Марина. Он с той стороны. Стой. Уже можно палатку сказать? Да. Проходите, надевайте. Да, Володя, нет, а где место приготовил? Вам, мальчика? Да. А я что-то о вас не подумал даже. Простите, батюшка. Я уже не думал, что вы тоже. Андрей, на. Андрей. Спрашиваю, вам нигде переодеваться? Я говорю, а мальчик этот не подумал. Раздевалка, иди один. Там же женщин много. Да? Да, там раздеваете. Кто раздевается? Один это? Нету, да? Здравствуйте, кто-то пропал. Куда вы его делали?
Елена двумя руками держи аппаратуру. Если упадет, то все пропало. На шее висит. Очистить круто будем, а потом вытащим. Чак, иди, будем. Готов уже один. Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Ниже показать эти отгнания всякого навета видимых и невидимых врагов. Господу помолимся. Господи, помилуй.
И уеже ныне приходящим ко святому просвещению, спасению Господу помолимся. Господи, помилуй. Уеже показатель всем сынам и дочерям, света и наследниками вечным, а Господу помолимся. Господи, помилуй. Уеже быть несчастными участниками смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже сохраните им одежду, крещение, обручение духа, ни скверны, ни порочно, день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже быть и уже быть им в Одессе, и баню погибыть, оставление грехов, одежды нетления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже услышать и Господу Богу глас моления нас грешных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже избавитесь им же нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот. Вот наш Христу Богу предадим. Благоутробный и милостивый к Божией, истязуя сердца и утробы, и тайна человеческая, веды един, небо есть весь не явлено пред Тобой, но вся нагая обнажена пред очима Твоим, и веды еже мне, да не мерзишь и меня, ниже лица Твое отвратишь от меня. Но презри моя прегрешение в счастье, и презирая человека грехи в покаянии, а мы мою скверну телесную, скверну душевную, и всего мя освяти все совершенную силою Твоей, невидимою и десницей духовною, да не свободы иным возвещая, и сию подавая верою совершенную, Твоего неизреченного человека любя, сам я раб греха не искусен буду, ни владыка, иди, ни благие человека любивые. Да не возвращусь смирен, но не спаси мне силу с высоты, и укрепи меня в службе предлежащего Твоего таинства великого и пренебесного, и вообрази Христа Твоего, входящий ныне, паки родитеся моим окаянством, и назидай их на основании апостол и пророк Твоих, и да не зложище, но насади их насаждение истины, восвятей Твоей соборной апостольской церкви, и да не восторгнешь, якода преуспевающие им во благочестии, славится и тем, все святое имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вели, Господи, чем на меня терпите, и Господи, будет в пене чудес Твоих. Вели, все, Господи, чем на меня и един за слово, да будет в пене чудес Твоих. Вели, все, Господи, и чудно дела Твои, и един за слово, да будет в пене чудес Твоих. Немножко справа, бочка. Справа чуть-чуть, правее возьмите. Ага. Он там немножко, он загибается, потому что запрос. Придержи. Кто-то один, сюда встаньте. Рыбку поймал. Так, поднимайся, спускать. Отца. Аминь.
Даже тину выдали. Все? Все, проходи. Все. Не понравилось. Сестры, вы там кто, эти сестры здесь встаньте кто-нибудь в это, чтобы в воде здесь стояли, бы чтобы помогали, чтобы не упали кто-то. Кто-нибудь в воду должен зайти. Батюшки руку Крещается работа. Ащи не крещена, крещается работа кулинария во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Держи, Колечка. Марину придержите тоже. Анастасия. Вижу за палочку. Давай, не руки. Духа. Аминь. Все, батюшка. Okay. По второму кругу. Что, неохота уходить? Батюшка только разошелся.
Алексей, когда ты последний раз покатаешь жену у себя на лодке? Столько времени.